Знакомьтесь, это Берта, черный лабрадор. Эта собака в семье Малыхиных появилась 2 года назад и с этого времени стала не просто другом, компаньоном, но и отличным помощником. Если нужно, и дом посторожит, и с ребенком поиграет. Данный друг теперь нашей семьи. Незаменимый и везде с нами играющий и гуляющий, да. Вот такая вот наша красивая Берта. Дай лапу. Миша Малыхину всего 4 года, но он уже отлично справляется со своим питомцем и даже разучивает с ним команды. Пес беспрекословно слушается своего маленького хозяина. Белка, голый. Аккуратно. Эти собаки легко поддаются дрессировке, они терпеливы и послушны по своей природе. Дома они с удовольствием играют с детьми и любят участвовать в семейных мероприятиях. Несмотря на свой строгий внешний вид, обладают мягким характером. Ну, она, как любая девушка, ранимая. На нее нельзя кричать, она сразу обижается и уходит у нас на место спать. Пока ее не позовешь ласково и не погладишь, она не придет. Вот. Также она всегда отзывается хорошо к ребенку. Миша с ней очень любит играть, особенно зимой. Она у нас... на плюшке и на санках катает, да. Лабрадор – отличная порода для всей семьи. Ухаживать за ней может даже ребенок, но под присмотром взрослых, конечно. Берта в еде непривередлива, но предпочитает натуральные продукты. В уходе минимум затрат. Требуется лишь вычесывать шерсть во время линьки. А еще плюс в лабрадоре, что именно собака, вот чем хороша, от нее нету запаха, ну, вот, собачьего. Вот, то есть, кто к нам, друзья, не приходил в гости, да, всегда говорили, что собака очень чистая, ухоженная, гладкошерстная и без запаха. Так же, как и с любыми животными, отношения с лабрадорами строятся на взаимности. Получая должный уход и заботу, четвероногий друг обязательно ответит своему хозяину любовью и преданностью.